Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы распаковываем пульт Elite Cloud от шведского бренда Tilo. Пульт Elite подходит для электрокаминок и парогенераторов Tilo, а также системы Tilarium. Об этом расскажем подробнее в конце выпуска. Посмотрим, что внутри. Здесь лежит инструкция на разных языках, включая русский. Инструкция поможет легко и быстро смонтировать и настроить пульт. Большое количество картинок делают инструкцию удобной и наглядной. Она будет полезна и монтажнику, и владельцу сауны. Рекомендуем обязательно с ней ознакомиться. Продолжим разбор коробки. Это кабель, который соединяет электрокаминку и пульт управления. Он гибкий и имеет длину около 5 метров. Кабель обжат двумя фишками RG10. Преимущество такого соединения в том, что даже домохозяйка сможет подключить такой пульт к печи. Дополнительные инструменты не нужны. Все работает по принципу plug and play. Общая особенность пульта Elite Cloud в том, что его установка и настройка интуитивно понятна. Его сможет подключить даже человек без технических навыков. Если трудности все же возникнут, звоните по этому номеру. В комплекте есть пакет с полезными мелочами. Хомуты помогут смотать излишек кабеля. Также в комплекте есть дополнительные фишки RG10. С их помощью также можно укоротить кабель. Эти скобы помогут смонтировать кабель на деревянной конструкции. Скоба прихватывает кабель, сама закрепляется с помощью гвоздика. Кабель будет надежно зафиксирован. Здесь мы видим крепеж для основания пульта, а это само основание. Основание фиксируется на поверхности с помощью двух шурупов. Пульт приклеивается к основанию при помощи мощного скотча. Отрывать его после наклейки практически невозможно. Если необходим скрытый монтаж, то вы можете дополнительно приобрести специальную установочную коробку. Рассмотрим пульт. Вот так он выглядит. Пульт имеет стеклянный дисплей. Он будет выглядеть как настенный iPhone. В комплект входит ткань для протирки с логотипом компании Tilo. Важная особенность пульта Elite Cloud в том, что вы можете подключиться к нему со смартфона, планшета или ноутбука из любого оснащенного интернетом места. Для этого нужно скачать специальное приложение. Таким образом, вы сможете контролировать вашу сауну или хамам из любой точки мира, где есть интернет. Главное, чтобы интернет был в месте установки пульта. Все это возможно благодаря облачному сервису Tilo. Он начал работу в октябре 2021 года, и все современные пульты Tilo Elite его поддерживают. Подробно разберем, к какому оборудованию подходит пульт Elite. Для парогенераторов Tilo Home и Tilo Commercial пульт Elite приобретается отдельно. Пульт Elite Cloud входит в комплект поставки печей Tilo Sense Elite и Tilo Sense Combi Elite. Если вы покупаете такую печь, вам не нужно дополнительно думать о покупке пульта, он сразу идет в комплекте. Для печей Tilo Commercial пульт Elite приобретается отдельно. Вам также потребуется релейный блок Commercial или Commercial Light. Пульт Elite Cloud необходим для комплекта Tilarium. Tilarium — это комбинация из печи и парогенератора. Такое сочетание создает режим мягкой или влажной сауны. По ощущениям, такой режим похож на русскую баню. Управление комплектом Tilarium будет производиться с одного пульта при наличии датчика температуры и влажности. При этом влажность на пульте будет показываться в процентах. Если установлен только датчик температуры, то управление влажностью будет производиться по относительной шкале от 1 до 10. Пульт Elite Cloud работает только на плате High. Пульт не подходит для печей Tilo Sense Pure и Tilo Sense Combi Pure. С
Спасибо вам за внимание. Мы надеемся, что пульт Elite сделает посещение вашей парной более комфортным и удобным. До свидания.